Ва-па-па-ра-па-па-па-рам. Всем доброго дня. И, как говорится, приветствую. Заодно подтестируем переднюю камеру на, по-моему, 2 мегапикселя Meizu MX4 Pro. Запись видео небольшого такого вложика. Иду на почту для того, чтобы, в принципе, получить какой-то небольшой мелкий пакет. Друзья, конец июня, июнь постой и так далее. Хрен его знает, куда ты бежишь. Лето 1/3 уже прошла. Что-то приехало к нам незарегистрированной почтой. Соответственно, без номера для отслеживания. Ну вот, вам, наверное, и покажу. Мысли по поводу Meizu MX4 Pro. Я, наверное, сказал в видосе, который вы увидите. Первый день использования данного аппарата, мои общие впечатления. В целом, хотелось бы, наверное, отметить следующее. Меня больше всего волнует, мне кажется, это проблема ПО, прошивки. Меня больше всего волнует тот момент, что теряется связь. То есть она бац и вырубилась, короче. Наверное, потому что аппарат изначально предназначен для China Telecom, мобильного оператора Китая. И как-то так. Продолжаем. В общем, иду с почты, с магазина, и сейчас мы с вами посмотрим. Приехал АКС для Meizu MX4 Pro. В принципе, он не достоин отдельного видоса, а так, в стиле влога, соответственно, я его вам покажу. Ну вот, собственно, у нас Meizu MX4 Pro, сметана по акции литовская, и вот такая вот коробочка, посылка шла больше, чем... почти месяц, короче, больше, чем 3 недели. В принципе, все устраивает, упаковано достаточно хорошо. Единственное, что я вам сейчас покажу, я заказывал красный цвет. У китайцев, конечно же, они всегда предупреждают о том, что цвета могут отличаться. И их красный для меня это ало-розовый, скажем так. Вот такая вот крышечка присутствует, модуль у нас NFC. В принципе, прикольное решение, летнее, скажем так. Для смартфона сейчас я поменяю оригинальную крышку на эту, причем продавец утверждает о том, что это оригинальная крышка, оригинальной прям не бывает, но я прекрасно понимаю, что это всего лишь копия. Ну, в принципе, тот доллар, что стоит эта крышка, она того стоит, и сейчас будем лицезреть, как это все выглядит уже непосредственно на смартфоне. Перед тем, как, соответственно, вам показать, как крышка выглядит на самом смартфоне, вы можете наблюдать обе крышки, слева оригинальная, справа вот эта вот красная. Я тактильно пощупал, она на самом деле очень прикольная, такая немножко матовая у нее поверхность. И, конечно же, оригинальная крышка, она и пожестче будет, и, наверное, покачественнее. Сейчас посмотрим, будем непосредственно одевать на сам смартфон. Ну вот, друзья, красная крышечка достаточно туго, она одевается на сам смартфон, но она до такой степени прикольная и такой летний вариант. Конечно же, я думал, что цвет будет немножко потемнее, потому что сам смартфон в цвете Space Gray. На самом деле очень круто это все дело выглядит и ощущается в руках, она гораздо лучше, и отпечатков пальцев она оставляет гораздо меньше, потому что покрытие такое, повторюсь еще раз, оно матовое, немножко даже soft touch присутствует, точно такая же надпись Meizu, как на оригинальной крышке. В общем, друзья, прикольно, всем рекомендую, потому что за эти деньги вы получаете полноценную карточку с NFC модулем, вернее, крышечку с NFC модулем. В общем, друзья, она действительно смотрится круто, и здесь вот небольшая помарочка есть, но опять же за эти деньги более чем круто, короче. Вот так вот это все дело смотрится вместе с моей сметаной. Ну, друзья, давайте вот даже вот так вот я вам буду показывать. Посмотрите, может поставить на паузу, то есть в принципе туго одевается, но прикольно. Прикольно вот так вот смотрится сзади. Немножко не защелкнулось тут.
Сейчас мы это исправим. А ни хрена мы это не исправим, потому что не защелкивается. В общем, друзья, вот так вот по всем торцам это все дело смотрится. Прикольно. Как минимум клево, короче.